утешите души истины, и жизнь десны, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Притом дыши. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Прибудь с нами, не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо, но следовать строго по окровленным Твоим стопам. Помоги нам, Господи, пребывать в истине Твоей и научить этой истине других людей, которые погибают во тьме неверия. Тебе слава, ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веку. Аминь. Аминь. С Богом. Тема. Сейчас объявим. Тема. Тема. Ну давайте второе пришествие Христа. Послание. Тихо. Евреям святого апостола Павла. Вторая глава, первый стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Особенно внимательны. Слушаем толкование. Так, как говорит, настолько велико превосходство говорившего нам Сына пред пророками и ангелами, служителями Ветхого Завета, то сказанному им должно внимать больше, им с большой буквы, чем закону. Но прямо он не сказал этого, чтобы не поразить их вначале, он предоставил им делать заключение об этом из последующего. Говорит это, не сравнивая Ветхий Завет с Новым, нет, но против мнения тех, которые с большой славой отзываются о Ветхом Завете и пренебрегают Новым. Чтобы не отпасть, то есть чтобы нам не погибнуть, выражение заимствовал из притчи. «Сын мой, — говорит премудрый, — не упускай, притча 3.21, выражая и легкость от падения, и тяжесть погибели, ибо отпадшее трудно восстановить. Причина от падения – не особенное внимание. Увлекаемся. Отпадшее трудно восстановить. Почему отпадшее? Отпадшее вообще не восстанавливается. Восстанавливается. Ну-ка, пример. Пример. Ну, лоза, ветви. Чужая ветвь, может же привить ее. Она отпала, покаялась. Многие сектантов отпадшие возвращались в православную церковь. Случаев таких очень много. То есть надежда есть, да? Надежда есть. То есть это все трудно. Трудно, это не значит, что невозможно. Трудно богатому войти в царство. А чем нужно молиться или много милости не давать? Что нужно для этого? Чтобы привиться-то? Как мы привились, вот язычники, к лозе еврейской? Евреи-то в чем-то правы, когда говорят, мы народ избранный Божий. А вы лоза. То есть мы ветви этой лозы. Ну и апостол Павел говорит, ну да, бойтесь, чтобы не отпасть. Вы-то привитые, но кто нас привил? Это сам Христос, апостол Павел, апостол для язычников, он и проповедовал. Язычники уверовали, только благодаря вере они привились. А неверующие там, если он отпадет и в неверии живет сектант, потомки Дафана, Корея, Аверона, они отпали и не собираются обратно прививаться. Они проповедуют, хулят церковь Божию, говорят, что это... Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, называя церковь блудницей. И тогда и пошло у них. А почему вот у евреев так повелось? Авраам же сказал, праведный верою жив будет. А у них это как-то не привилось, вот это изречение. Только апостол Павел его вспомнил уже для нас. Вернее, для евреев, ну и язычникам надежду дал. Что вот Авраам еще, Авраам, он первый верный Богу человек, будем говорить.
которую знают все уже, даже евреи признают это. Евера не так знают, по имени которого евреи-то названы. Не приняли, не взяли они это за вооружение. Я все вспоминаю вот этот фильм «Интересное искупление». Там показано вот короткими экранизированными такими историями. Очень хорошо показана вот история всей жизни евреев. Особенно тот период, когда Христа распинали они. Последние проповеди Христа, когда этот Захария стоит и говорит: ну что ты нам расскажешь о грехах? Мы-то праведники, потому что Бог нас сделал народом избранным. То есть вот они как представляли себе. То есть родился, ты уже праведник. Еврей праведник, все. И у них это до сих пор, как у нас Фаина Соломоновна, никто же не вспоминает этого на совете, что она тут вытворяла, когда она Игнатьевича поносила и чуть за грудки его не трясла. Ты старый развратитель душ. И все потому, что ты неправду говоришь, ты лжешь, на евреев лжешь. А что он сказал? Он только перечислил, что в Библии написано, и все. А она его любит сейчас, прям и поклоны ему шлет, и что только не говорит. Да, в больнице, знаешь, как обрадовалась. В больнице вот обрадовалась. Да. А здесь трясла за грудки. Что ты за старик такой злобный? Евреев не любишь. А ведь он только этот вопрос и поднимал, Игнат Игнатьевич. Почему же праведный верою будет жив? А праведный этот человек — это тот, который верит в Бога. Не просто родился от иудея, а веру приобрел. А как приобрел? Ну, я вот первый вопрос задавал. Ну, Господь силу дает. Мы даже не знаем, как это происходит. Ну, сравнить можно евреев и вот наших детей. Вот ты часто говоришь, я веду занятия с детьми, и ни одного верующего я не вижу. Они в верующих семьях, они греха не познали, как мы, вот язычники, которые вот привитые лоза. Они вот живут, растут, как бы, вот. И также евреи, они считают себя праведными, все, они это. Ну а где-нибудь копнешь, я вот жил тут с ними-то. Ну, понятно, что. Вот смотри. Они не участвуют в занятиях. Они как бы участвуют в занятиях, они присутствуют на занятиях, но они не участвуют. Да. Вот сидит между тобой, и он что-то прислушивается. Почему? Полемика какая-то начинается, и становится, что там такое? А когда общий такой, на одной матери, по-арабски, пошло дело, ладно, пускай оно. А мы сейчас тут порисуем, заснем немножко, приспится нам хорошо. А вспомни, как ты пришел к Богу, сколько у тебя в душе было переживаний. Вспомни, как ты сидел на первой парте на занятиях в политическом университете, каждое слово ловил, которое уходило из уст наставника, ну и слова Божьего. Какие переживания были? У тебя видно было, как у тебя череп вот так внутри ходит. Работает мысль. Что такое? Как? И потом вера. Вот на глазах, наших глазах рождалась твоя вера. И мы с Игнатьевичем идем сюда обратно. Я говорю, а заметили, вот этот сидит впереди, это, ну, не русский. Я думал, что он татарин. У него он был после этого как она у тебя называется? Химия. И у него прям глаза такие узкие. Ну правильно, парень оплыл, еще себе столько этих лекарств внутрь закачали. Он, оказывается, чисто русский вообще. А я думал, я говорю, видели не русский? Ну да. Я говорю, он смеется в нужных местах. Он говорит, Игнатий, что, заметил это? Я говорю, ну как не заметить? Он один, говорю, смеется, когда надо. Я говорю, это хорошо. Он, ну да, это добрый знак. И вот, и, правда, единственное, что Сережа до сих пор бывает смеется. Уже можно теперь было бы привыкнуть, но бывает смеется, когда не надо. Нет, надо смеяться. Ключевое слово надо. В нужных местах. Да, в нужных как местах, да. Вот, ну, так а он был уже, он был грешник еще какой. То есть он потом, как рассказал всего, так лучше бы не знать. Ему уже было за 30 лет. А дети, они дети чистые, они нету грехов. То есть на каком этапе их развития они придут к Богу? Хотелось бы, чтобы они вот как вот есть безгрешные, и сейчас сели вот так, и как начали бы тут рассуждать, а мы бы только вот это дети у нас. Но этого уже не будет, мы понимаем. А когда они будут рассуждать вот так? В таком же возрасте, как у нас, или как? Когда мы за них молимся будем. А думаете, мы не молимся за них? Да. Да, вы понимаете, вот сейчас, что происходит-то вообще? Сейчас, что происходит?
Что такое молитва и что такое действие? Вы понимаете? Вообще нет? Молитва – это вы в своем воображении представляете вашу мечту внутреннюю, духовную, будем говорить. Мечта духовная только. Мечта – неправильное слово, но ваша потребность внутренняя, что бы вы хотели видеть, как это все. И вы начинаете обращаться с этим к Господу. И все. Вот Сергий болящий лежит. Как? Что значит молиться? Молиться – это значит, мы представляем, Господи, вот он на постели лежит, такое ему тяжело, и вдруг какие-то облегчения. А ему так тайно, где-то в уголку там, в уголку у меня бывает, тайно я вижу, как Сергий сел, сидит уже он. Я думаю, Господи, вот хотя бы он сел бы. Но это там далеко где-то, я думаю, да, Господи, не надо этого, лишь бы ему больно не было. Пускай он трудится как следует, чтобы у него в голове там не было тумана, чтобы он конкретно понимал, что говорит Игнат Тихонович в этих книгах. Не брал себе в друзья Скуратовских, Мартантовских, там, Сатановских, а брал в друзья себе Яковлевых, вот, Пупковых, Дыбуновых, чтобы можно было беседовать нам с ним нормально. Вот у меня какие мысли, я вот молюсь. И вот так у меня как каждому человеку конкретно. Хорошо, если его знаю. Если не знаю, сложнее уже. И вот то же самое. А теперь дело. Что такое дело? Дело. Дело это когда вы в 50 градусный мороз идете вот туда на крещение, и там Евангелие раздаете голыми ручонками. Потому что Евангелие скользкие, а визитку не достанешь. Приходится доставать и людям давать. Почему? Люди приходят, а люди пришли за духовным чем-то, только его нету там. И вдруг стоите вы и даете духовное, дарите им. Все, ваша духовная мечта, молитва осуществилась. Вы вообще вышли к людям, вы молитесь за весь мир, чтобы все стали верующими. Вы даете им сами это Евангелие. Они могут его прочитать и все. Вам только одно теперь осталось. Но у меня даже в потаенных мыслях нету ничего. Чтобы сидели все люди, которые мы дали, и дружно читали. Этого я не могу достигнуть этой веры просто. У меня только одна вера. Господи, даруй мне эту веру, чтобы я в очередной раз поднялся и пошел, дал людям Евангелие. Все. Больше у меня не хватает меня на большее. Чтобы теперь все они читали и еще стали верующими. Но молитва именно это подразумевает, вы понимаете? Мы же молимся о том, чтобы все пришли в разум истины и стали верующими. А теперь глядите дальше, переносим на нас. Оба-на, падаем сюда. Дети с нами рядом сидят, и они сейчас это все слышат, что я говорю. Что читает Сергей Павлович. Сейчас Игнат Тихонович придет, будет говорить. Ладно, я там мелочь. Но тут Слово Божие. Они сидят, его слушают. Какой еще молитвы вам надо? Когда они участвуют вместе с нами в этом деле, мы помолились, Господи, пускай с нами будут чада. Чада с нами, пускай будут, чтобы они были верующими, чтобы знали Слово Божье. Как сегодня была проповедь, какая? Проповедь, запомнили сегодня хоть о чем говорилось? Там 15 раз повторяется одно и то же. О чем говорит Господь? Господь. Апостол Павел к чему призывает? Сам Господь к чему призывает? Чтобы мы не были как фарисеи. Ясно. Проповедь была, проповедь, вот проповедь, я читал длинную проповедь, всем надоело. О чем я читал? О детях я читал. А вы ничего не помните сами. А все, молимся, мы не молимся. Это вот то, что вы говорите о себе. Вы ничего не представляете в этот момент. Вам нужно так, чтобы зашел ребенок, как робот, и такой раз отчеканил нам. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово. Слово было и так далее. Но ничего этого нету. И вы думаете, ну вот, все, молитва не достигла на пределы ушей Божьих. Ну как не достигла? Я показываю. Вот они сидят рядом. Сидят на занятиях. Что еще нам надо? Чего еще надо? Написано, чтобы были в благочестии, в Писании умудрялись. В Писании. Вот Господь, вот Писание. Вот братья, сестры. Что еще надо? Как это не молитва? Молитва достигла, все. Я об этом уже сказал. А теперь насколько у вас воображения хватит? Теперь насколько у вас хватит воображения? Вот представьте инаку, что она не разговаривает где-то, сидит, а говорит Слово Божие сейчас. И говорит, вот так раз руку подняла, и Сергей Павлович, разрешите? Сергей Павлович удивленно повернул головку. Даже не понял сначала. А ему, да ты что, гляди, Инафа, давай быстрее. Он, да-да-да. Сейчас будет говорить сестра Инафа. И у него глаза вот такие были. И она такая говорит, а вот я что думаю по этому поводу. Вот теперь у вас это воображение есть? Молитесь за это, чтобы это было. У меня его пока не хватает. Все. У кого насколько воображения тут хватит уже молиться?
веры. Что Господь подразумевает под этим, когда говорит, сестры, да потом поговорите между собой, что Господь подразумевает под тем, когда говорится, что все исполню, о чем попросите? Надо теперь просить, чтобы Господь поливал, выращивал это все, что вы посеяли. Тоже молитва. А вы что под этим подразумеваете, когда начинаете это говорить? Ну, я не знаю, я за Бога. А зачем тогда разговор разговаривать? Ну, что тогда языком-то? В Писании есть такое. Ну, и что есть? Ну, есть все. Я вам сейчас объяснил. Молитва, я вам сейчас объяснил. Вот то, что вы сейчас сказали, вот оно, это все тут идет. Вот он посеял, вот они сидят. Вот поливает, вот Слово Божие Сергей Павлович читает, разбирая его. А дальше взращивает, да? Да? Так вот теперь воображение включайте. Вот Енафа подняла руку, вот и Ваня поднял руку и начинает отвечать. Все? А что дальше еще нужно вам? Что еще вам нужно? Чтобы они к вам приехали и вам новый дом, теремок сколотили? На своей вере? Или что? Я не могу понять. Вот вы все время нас одним и тем же вот тысячи. Надо молиться. Вот я решил сегодня до конца узнать, о чем надо так молиться, чтобы вот дальше, куда им еще? Или они должны это вот так вот и над полом 1.5 метра висеть? Что нужно вам еще? А зачем тогда мы вот на каждом собрании просим, вот о том молитесь? Тогда не надо молиться, получается. Да с верой надо молиться. Ага, не так, ясно. Веру умножь там или что еще можно? Ведь много можно просить. Вот у нас хорошо Любовь Петровна была, она всегда говорила, ну Игнатий Тихонович, ну научите, вот вы сказали, научите, вот что представить-то себе, что Богу-то сказать, или вот тут мне в уме, вот что вы сказали вот о нем. Ну научите, Игнатий Тихонович, ну это, и начинает вот такими своими словами говорить, что он представляет. Но он тоже не может каждую молитву о каждом человеке развернуть вот так. Вот я представляю, что вот то-то он будет делать, то-то. Так молитва это есть. Молитва это прошение. Вот у вас по слову молитва, это как мантра какая-то. То есть вы вот Богу будете что-то бубнить, а Господь там, ну, сам догадается уже, что там надо. Нет, я в конце говорю. Вы должны сами все себе представить, что вы хотите. Это и есть вера. А для нашего опытности в молитве Господь нам кое-какие оставил примеры в Священном Писании. До этого должна знать Священное Писание. Молитвы других людей оставил. Истории целые. Вы можете это тоже себе представить. Как вот Авраам встретил странников. Это все вера. Содому и Гомор представьте. Как ангелы там расправились с этими ползучими гадами. Так. Каким страхом спасаете? Может, надо уже страхом этих детей спасать? Еврея 2.2. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние. Толкование. Вот он открывает свое желание. Под словом, сказанным через ангелов, нужно разуметь или 10 заповедей, ибо справедливо, что тогда присутствовали ангелы, которым верен был еврейский народ. Они превозводили трубные звуки, огонь, мрак и прочее, как говорится в послании к Галатам. Цитирую. Преподан через ангелов, Галатам 3.19, и в другом месте, которые приняли закон при служении ангелов. Деяния 7.53. Или под словом должно разуметь все повеления в Ветхом Завете, преподанные через ангелов. Как, например, на месте плача во время судей при Самсоне. Судей 2.1, 13.3. Поэтому и не сказал закон, но слово, чтобы обозначить это. Итак, все это твердо, то есть было истинно, и угрозы приведены в исполнение, и ничего из этого не пропало. Не так, чтобы одно получило, а другое нет, но всякое и ничто не оказалось ненаказанным. Наказание показывает... Наказание называет воздаянием, и хотя это слово употребляется в хорошем смысле, но апостол не заботится о выражениях.
Вопрос. Еще раз сам стих. Еще раз сам стих. Давайте это, сейчас не шептаться и не отвлекаться. Мы вот начали, что посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Вы хотите отпасть? Особенно внимательно. Вы особенно невнимательны уже на занятиях сидите. Это касается каждого из нас. Еще раз второй стих. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, то есть имеется в виду Ветхий Завет, если то было слово твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, камнями побивали, не послушаться. Все. Если тогда такое было, то сейчас, в Новом Завете, тем более, гневающийся на брата уже человека-убийца. То есть он никого, ну, дальше потом будет. Сразу третий стих. То как мы избежим, то есть те не избежали, преступники закона, воздаяния, воры, прелюбодеи, всех камнями побивали. То как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала преподано Господом, проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. От Него с большой буквы. От Христа. Правильно? Толкование. Там слово, здесь спасение. Если и там было спасение, то невеликое. Избавлялись от неприятелей, получали земные блага. Здесь же далеко большее. Поэтому и сказал о толиком. Ибо разрушение смерти, погибель демонов, царство небесное, все это приходит вам по слову Сына. Придавая достоверность своим словам, говорит, что спасение это возвещено не через пророков или ангелов, но от самого владыки всех, от самого источника получило начало. Затем распространилось и среди нас истинно и верно через самовидцев с большой буквы слова и слуг, имеется в виду апостолов. Об этом и Лука говорит, 1 глава, 2 стих, они твердо наставили нас. Как же в другом месте апостол говорит, не от людей слышал, Галатам 1:2. То есть тут от людей от апостолов, а там в другом месте не от людей. 1:12, Галатам, да. Потому что там важно и необходимо было настоять на мысли, что он не учился у людей. Ибо его осуждали, что он не слышал Господа, и потому он подвергался опасности, что его проповедь не будет иметь веры со стороны его учеников. Об апостоле Павле идет речь, я так понимаю, да? Потому что он не от Господа учился, его этим тыкали. Они-то вот с Господом ходили, а ты кто такой нас учишь тут? Вот. А теперь нет такой нужды в этом. То есть он евреям пишет. Ибо не евреям он проповедовал не у них и осуждали его, что он учился у людей, а не у Христа. Евреям 2:4. При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Толкование. Показывает, что Он принял его не от людей, а от Бога. Сказав, утвердилось, показывает так, чтобы кто-нибудь не сказал, что слышавшие ошиблись, говорит, Бог свидетельствовал вместе с ними. Он не свидетельствовал бы, если бы они сами измыслили что-нибудь. Свидетельствуют, говорит они, вместе с ними свидетельствует и Бог, не голосом, а знамением и чудесами, к
которые подтверждали то, что они говорили. Поэтому мы верим Богу, а не людям. Выражая обилие дарований, сказал: различными, так как чародеи совершают многие знамения, поэтому сказал: силами. Те знамения не силы, а бессилие, вымысел и пустые призраки. Ибо знамения чародеев не от Духа Святого, а обманы нечистых демонов. Дает при этом понятие нечто другое. Вероятно, там было немного людей, имевших духовные дарования, которые оскудели, потому что верующие были менее ревностны. Поэтому, чтобы утешить их, в этом говорит, что раздаяние Духа происходит по Его, Господа, воле. Он знает, что каждому полезно, и таким образом разделяет благодать. Часто кто-нибудь не получает дарований за нечистую жизнь. Часто не получает дарований и человек чистой жизни, чтобы не возгордился. Поэтому-то они и были сообщаемы более людям смиренным и простым. Пожалуйста. Вопрос ко всем. Вот на работу устраивается, когда люди их не знают, вот соответствует ли специальности. А потом мог он узнать: о, кого мы приняли-то, он верующий. Ну и всячески там где-то. А бывает так, приняли на работу, человек лечит, умеет, экстрасенс называют. А он колдун, самый настоящий. И его все боятся. Боятся. И вот кто скажет, вот верующий, крепко верующий на работу поступил, и крепко вот такой, которого считал сейчас колдун. Народ кого больше боится и кого больше почитает? Колдуна. Колдуна. Ну, я к этому еще раз скажу. Подходит ко мне сегодня один человек в некоем царстве, в некотором государстве. Наяву, это все не во сне. И говорит: у нас на работу поступила женщина одна. И она ворожит. Ворожит. И она ворожит, и ее все боятся. Заболела начальница, тут говорит, прям сразу что-то ей сказала и заболела. Это она мне сделала. И теперь, говорит, она на работе своей убирает плохо. Уборщица эта, колдунья эта работает. А ее все боятся. Ну, а я-то верующий человек. Могу я как-то что-то делать? Или уж пусть идет так, колдует, а я сам молюсь. Приезжает к нам главный зоотехник довольно большого села. Ну, значит, очевидно, коммунист. Должность такую занимает. И говорит: устроилась тут на работу. Она колдунья. А она жена агронома. Ее все боятся. И приехал к батюшке, к нашему, и говорит: ну что-нибудь дай там, я не знаю, что травы дай, золы, что-то помолись. Что с ней делать-то? Она наводит порчу, я боюсь, говорит, все коровы передохнут. Он зоотехник. И к батюшке приехал, и батюшка мне говорит: вот, ну что делать-то, ехать там освещать или что делать? Они ее боятся все. Что верующий хороший, и ему будет лучше, то он Царство Небесное узнает, это никого не касается. А вот эта теперь здесь, она любую пакость может сделать. И она, говорит, что-то сделала, и муж совсем домой, говорит, и придет, и никакой. Я говорю, то, если, говорят, свечи надо зажечь, когда придет, там платье такое надеть, как это, чтобы привлечь как-то его, раззадорить-то. Ну, я, говорит, пришел, говорит, он с работы, а у него говорит: да ты... Я говорю: ты с катушек, говорит, съехала. Я едва до дома доплелся, а она мне тут свадебный кортеж устроила. Ну и говорят: как? А это надо, говорит, вот такой человек есть, он особо умеет наговаривать вши, на вошь. И вот если тому подсадить, и эта вошь его укусит, то он к тебе будет расположен. Ну и приходит, ты еще смеешься там. Тебе говорят: дело. 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 Слово приходят молодые женщины, ну и в церковную ограду заходят: а у вас где тут вшами торгуют? А он не так просто дает, а за бутылку. За бутылку, что полная пол-литра.
А церковники вот такие глаза делают. Какой акафист? Они не знают, что это акафист, куда катится или что-то. Нет, он сам ходит. В прошлый раз наши приходили, у него трех в шею купили. Теперь вся задача, как подсадить эту вошь тому, кого хошь. Смешно. В церкви. Люди-то верующие, сам это в церкви добрые. Он мужик каждый день пьяный. Вот пьяный, люди подают ему, ну что сделаешь, баба выгнала его. И он лежит, ноги вот так вот раскинул. И за рулем-то не видел мужик, ты по ногам проехал. Ну ясно дело, потому что ему скособочило, все лежит. Да бабки теперь втройне ему несут, он мученик, около церкви. Это считаю, что почти мученик. Вот считаешь, если опыта жизни нет, то прочитал, да и все. А я наяву их вижу. Я и спрашиваю, внимание, я спрашиваю, как эту помощницу-то звать-то, с которой ко мне сегодня обратились-то. Я сейчас вам ее назову, вы мне поможете бороться с ней? Сегодняшнего дня мы такую согласительную молитву устроим здесь. Мы ее поджаривать начнем. Вы помните, если кто ходил, как на занятия в ГТУ пришла женщина в черном одета во всем, и другая, видно, помоложе. Она говорит, это дочка моя, мы колдуньи. Я говорю, еще пришли на занятия. Аудитория 410, корпус В, ГТУ. А мы пришли ваши занятия разрушить. Нам не нравится это так. Они разу не были. Я только царю небесной пропели, я обратился ко всему... ко всей аудитории, там, и говорю, так и так, к нам пришли такие люди, разрушить, так нам нужны или нет наши занятия? Нужны! На молитву встали, их как ветром выдало, больше никогда не пришли. Значит, этого человека зовут Нина. Нина. Нина переводится «сонная мечтательница», чтобы вы знали. Значит, с сегодняшнего дня прошу, включите ее, чтобы этот человек обратился к Богу и не выражил больше... не привораживал и ничего этого не... Ну и, конечно, чтобы она стала христианкой, тогда будет она работе убирать-то. Начальница видит, она ничего не делает, я, говорю, боюсь начальница ее тронуть-то. Тронет, а у меня внук, и она что-нибудь сейчас сделает и сделает. А может сделать, делать нечего. Это житие святого Василия Нового. Послушайте, какие были колдуны. Ее звали тогда не Нина, а Мелитина. И она жила где-то в сельской местности, там, ну, допустим, здесь вот это, в селе. Ни одного мужика нет, которого бы она с кем не побыла. Любого мужика берет. Она к нему, Григорию-то, а он ученик Василия Великого-то. Да ты пошла, виноград собирали, он, видно, пнул ее под задницу. Да пошла ты, тварь такая, где-то-то. Она навела на него такую болезнь, он расслабел, и уже на том свете. Уже это море переплывать там где-то. Да ладно, молитва Василия спасся. Она могла так сделать, говорит, поднимает руку, птица на лету останавливалась и стояла в воздухе. Могла вспять реку повернуть. Мощь. Вот какая сила бывает. Так что здесь не просто так. А она, видал я это, Кашпировская. Кашпировская может быть, а это вот, это большая сила. Но написано, тот, кто в вас, если он есть, больше того, кто в мире. Кто у нас должен быть? Христос. Дух Святой. Дух Святой. Он больше того, кто в мире. А кто в мире? Дьявол и присни его. Дьявол, его как по-другому еще звать? Люцифер. Клеветник. Клеветник. Древний змей. Древний змей. Прямоходящий. Так, змей. Не знаю такого. Змей прямоходящий. Дракон еще. Дракон. Сатана, забыли. Сатана это противник. Это все его имена. А Лев Толстой его как называл? Лукавый еще. Черт. Он везде так и писал. И три черта явились там. Это так уже вошло. Говорят, это ругает. Это не ругательно. Это одно и то же слово. Вот такая, брат, история. Значит, кто согласен, что молиться? Согласительная молитва. Дети, кто согласен молиться, чтобы колдунью Бог обратил ко Христу, чтобы она не пакостила? Будете помогать? Не надо. Благодарю всех. Так, сейчас я не знаю еще. Вот у меня тоже просьба. Ну давай, я уж не взял тут это. Да, у меня не растет рассада. Вот я уже семена и материны, и магазины. Вот лет 5 не растет рассада вообще. Ну, помолиться надо. Да, вот об этом интересно, тоже. Интересно, у нашей матери росло все в огороде, кроме чеснока.
Вот. Когда-то она чеснок садила, а соседка такая говорит, и она, ты что, Мария, садишь, у тебя все такое хорошее, огурцы вот такие, мы бегаем, ребятишки, играем, ну все на огороде у матери, чеснок как выела, больше не было. Сажай, не сажай, бесполезно делать. С этим мать ушла. Угу. Не, мы не знали чеснок. Мы только вот здесь это получили от кого-то. Как хочешь, так и понимай. А наша мать, она все в огороде сама делала. И какие-то косы, какие-то яйца там. Ну, были, это не важно. И... Главное, надо молиться. А что может, я вам рассказал. Да. Это житие святых. Моисею Бог так, дал такую власть. Вот жезл твой, брось, змей. Так не маленький змей, если Моисей 40 лет в пустыне испугался, побежал. Волхвы сразу же сделали то самое. У них уроки идут. Но змей Моисеев сожрал этих змеев. Руку положил за пазуху, вынул, она проказа. Заложил обратно, вынул, здорово. Они тоже так все делают, уже где-то. Но споткнулись на самом малом, на мошках. Он мошку делает, они не могут. Антихрист придет, будет делать чудеса, воскрешать мертвых. Призрачно. Огонь с неба. С неба огонь, не знаете, призрачно. Но одно чудо он не сможет сделать. Только одно. Дети. Чтобы дети закричали, «Осанна Высших, благословен грядущее имя Господне!» Не может. И говорит, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Вот для чего это чудо было. Дети. Надежда наша, дети. А то говорят. Не зря говорят, устами младенца. Все, я сказал. Значит, не назвать ее. Сколько бы раз не молился днем ночью, каждый раз поминаю, обрати ее, Господи, сжалься над нею, не дай ей погибнуть. Можно немножко продолжить? Проклинать не надо, ни анафема, ничего не надо, только одно. Помилуй ее, Господи. У нас была дача, когда, и вот тот год был, снег выпал 9 мая, и до 2 мая вот такой чеснок вырос, вот большой, зеленый. Мы на 9 мая пришли, вот 2-9, снег лежит, и пробилась сквозь снег вот эта зелень. Все. Потом приходим через неделю. Срезан весь лук. И обрезан у нас была черноплодная рябина. И прям скусаны вот такие самые веточки, которые плодоносные. Все, с тех пор чеснок не рос, пока не переехали в свой дом до 6-го года. Вот такой рос маленький. Все. Вот точно как... У нас и помидоры, чеснок и брюхо, все росло, кроме чеснока. А мама тогда рассказала, как случилось. До этого были вот такие головки. Всем давала. У нашего отца водились гуси. Так, ну, гусиха бывает там 4-5 яиц. У нас 12-11 яиц, и все выведет. И до самой осени все просто табунилось. 4 гусихи, 5 гусих. Ну, в Шарче научился мой старший брат Самуил. Ему понравились утки там, чернышовы какие-то жили на выходе. Тять, давай, денег-то нету, давай обменяем на гуси, они согласны. Отец обменял, все, больше гуси не водились. Как будто бы со двора... Отдал все. А утки эти, они говорят, она жрет-то как клишка. Эти траву одну едят. Все, гуси больше не водились. Отец сильно жалковал, он до того любил их. Они редко среди православных существует такое мнение, что да я верю, и все, этого, значит, такого нету. То есть вера такая, вот я верю в Бога, а сатану я не признаю. Я говорю, не признаешь. Его сила такая, она... Просто невероятная. Мама говорила, рассказывала, говорит, один раз мне какая-то женщина сказала вот такое вот, какое-то слово произнесла или там фразу какую-то, вот морковку сеяла тогда. Все. Она как только сеет морковку, у меня эта фраза вот сразу вылазит и все. Ни разу морковки. Она просила всегда морковь посеять кого-то еще, другого. А возьмите, у нас ухаживала Татьяна Кузьминишна за вдовиной Анной Петровной. И ее биография вот здесь записана, кажется, в 15-м томе. Да, да. Она была маленькой девочкой. Сколько ты, ну, годик был, нет, она, а соседка зашла. И она радостно такая, ой, да какая девочка, что она ай-яй-яй-яй-яй-яй, прокричала ее, скрючила. И сколько лет, 75 жила она? Она больше. А? Больше. И она так все, и говорит, я водила с ребятишками, как, а зубами возьму, на четвереньках ползу, когда выросла. Ноги отняла, и больше не было ног. Она говорит, я дня три, может, вот тут написано, кричала и кричала, там что-то ей скрючивало. Угу. Помнишь, да? Ну, ее все знают, ходили, проведали, она сейчас похоронена по Потеряевке. У меня свекровка придет и, ой, зубы болят, ой, зубы болят, ой, у внучки там, у старшего заболели. Вот только закроется дверь, у меня дочь начинает кричать, все, зубы. Пришла в другой раз, я слепну,
Я слепну, это слепнет, не уходит, целый ночевать осталось. Утром в 6 утра дочь у меня встала слепая, не видит. Вот тебе и все. Я столкнулась с этим. Вот чем это объяснить? Но дело в том, что натыкаются они иногда на таких, которые крепко веруют. У нее крестным знаменем запечатывают буквально, и она ничего не может сделать. Ну, шла она, свидетельствовала, пророчествовала, а Павел, да запретить тебе, и все, он из нее вышел, и она оказалась обыкновенная бабенка, ничего больше нету. Доставала большой доход. Возьми Ванга. Она на государственной стояла, как назвать это там, походила. При коммунистах там все к ней ходили, ездили. Ей им обязательно какой-то надо предмет что-то взять, она или вяжет. Я говорю, а это у вас женщина на работе вяжет? Да, говорит, она, когда кому что-то сделать, она шепчет что-то, а потом навязывает узелки. Это об этом прямо в канонах написано. Сахарок она любила. Кусочки сахара давали ей в Англии, да, постоянно. Принеси сахар, все. Но кусочек не в магазине куплено, а чтобы одну ночь хотя бы пробыл под подушкой у того, от кого берет. А как она ослепла? Как она стала? Ну, знаете, как она шла, вихрь был, поднял ее, потом где-то бросил, глаза засыпало. Какой-то человек, она до конца не знает, что за человек. Ну, то есть, дьявол поднял и бросил. Так что отрицать нельзя. И когда дьявола спросили, какая самая большая победа, что Кремль завоевал Белый дом, он говорит, нет. Что я сумел доказать людям, что они говорят, меня нет. Да. А раз нет, значит, и бороться не с кем. А молитву крещённая избави нас от лукавого. Лукавый – это от слова «лук» загнут. Он никогда правду не говорит. Он крутит, вертит. Вот. Аватар, там разные ники придумывают. Это все от лукавого. Ты паспорт имеешь, еще тебе боятся-то. А сатана, если начинает, он все лукавит и лукавит. Тогда где-то не с дьяволом борется, а с буквой на бумаге. ИНН, шестерка. А я посмотрел, у нас дом-то под шестеркой. А там я жил на второй строительной 62-16, две шестерки, а сейчас третья. Третья шестерка. А у меня 99-й перевернуть тоже не очень приятно. Интересно, у нас машина. Там номер машины 966. У тебя? Кошмар. Одна перевернута. Ужас. Сатана тебя обманул. У нас машина, которая газель купленная. У нее там номер 1-7. И дальше еще цифры стоят. И когда вместе, ну и кто-то подошел ко мне, я не знаю, Алексей или кто здесь, и говорит, цифра-то семерка-то, она божественная. Я говорю, а ты сложи вместе, то что получится? 18. 7, 3, 18, 7, 8, сколько? 18. А 18 это 6 и 3, 18. Это зашифровано 3 шестерки. У меня тоже, машину больше у меня тоже 18. Не садиться не взять. 2 восьмерки, тройка. Да это-то ладно, это расшифровывать еще надо. А то 6, 6, 6. 3 шестерки. Я подхожу, думаю, ой, не знают, наверное. Подхожу, говорю, ой, вы, какой же вы номер-то себе избрали, а? Вы знаете, что знаем, а мы специально. Нам такое и надо. Да, понятно. Все, кто 3 шестерки, все специально. У Барнаула интересно. 656 почтовый номер-то. И 056 наша сейчас. 3 шестерки прям саму. Я просил, он говорит, ну, за меня получите. Один такой, боится шестерок-то. Я ему послал, зашестерило везде. Это люди борются с буквой, не с сатаной. А как так? Ну, надо видеть. И конкретный вклад вот мы узнали. Ко мне, почему ко мне подошла эта душа? То, что она знает, что я так не оставлю. Я буду искать людей, которые мне помогут молиться. А у нас есть еще молитва. Воскреснет Бог. Эту молитву вложила, вот веру в эту молитву вложила бабушка. Она, когда ездила в тайгу, в бор, одна ездила, собирала калину, там, рябину, там, что собирала, по 3 куля привозила калины, одна, на попутных машинах. Говорит, как же ты не боишься-то, там в тайге-то, там звери и все, и там и звери, и змеи, и чего-то только нету, и люди какие могут быть. А я, говорит, прочитаю, да воскреснет Бог, и сплю до утра. Да воскреснет Бог. Все, говорит, вокруг вот так крестное знамение, да воскреснет Бог, прочитала и все. Я, говорит, больше ничего не боюсь. У нас отец пас коров и рассказывал. У нас, говорит, был слепой там где-то. И говорит, его спрашивали, как ослеп. Он говорит, как, мы 3 товарища. Мы воровали скотину. Скотину воровали и продавали. Ну и говорит, пришли воровать-то. А там пастух один. Он говорит, нас не тронул, еще заваривает каша, а каша это пшенная.
Ну и когда забулькало, пока посидите маленько. Он что-то сделал, говорит, с нами. Мы не можем рта раскрыть. Он к каждому подходит, голову так запрокидывает, эту кашу, кипящую в глаза всем, всех трех слепых отпустил домой. Мы кое-как добрели, вот с тех пор я слепой. Отец говорит, вот знает что-то такое-то. А есть то, что умеет делать, что скотина. Прочитайте, скотина никуда не идет. А мы бегаем за скотиной. Да. Я недавно передачу видел про Китай. Вот в Китае нету четверки нигде. У них не употребляется. Потому что 4 это то же самое, как смерть. А если 14, то это значит готов к смерти. Или точно будешь мертвый. То есть вот такие вот. И у них нету 4 этажа, 14 нету этажей. Кнопки идут 1, 3, потом 5 сразу. До такой степени почтения к цифрам. Так что не только у нас 3 шестерки. Нумерология. Видать, оттуда пришло, и туда, видно, и от нас кабала, пришло. Еврейская кабала, там ты постоянно. Перекрестись, утром выходишь и скажи, отрекаюсь от сатаны и всех дел его, всех ангелов, всей гордыни его. Как при крещении тогда. Перекрести, впереди иди, никого не бойся. Еще ни один. Все колдуны рассыпятся. Только с верой. Это Надежда Васильевна, еще что-то такое. Вы знаете, вот такой случай я вспомнила. Мама моя, когда мы жили в поселке на Прииске, Золотых Прииски называются, и она должна была в другое село ехать за продуктами. А продавец была здесь, она на лошади продавец доехала. Ну, ты, говорит, иди вперед, а я тебя догоню. А ты пока иди по тропинке. А там лес, горы кругом. Нужно было ехать, дорога проезжать такая в тайге, среди гор. И она идет, идет, и не может, а жарко было, она не может дождаться. Говорит, да что ее и черного назвала. Ну как, прости меня, Господи. Что, говорит, это черти-то ее не несут. Вот это слово сказала. И вдруг лошадь и телега здесь, и она, ну садись. А сама вот так вожами, и говорит, а она материлась сильно. И я, говорит, хотела сказать ей, что ну, не матерись ты хотя бы. Повернула голову, а у нее изо рта пламя. Такое пламя. И мама говорит, я поняла, что это нечистый дух-то ее несут. И она как, давай, да воскреснет Бог читать эту молитву. Читала, читала. И вдруг, говорит, все остановилось. Ни лошади, ни ее, ни телеги, ничего нет. А я сижу, говорит, на пеньке, говорит, ни дороги, ни тропинки нет. Кругом тайга, горы, говорит, и я сижу на пеньке. А, что же делать теперь? О, милостливый Господи, выведи меня отсюда. Что ж, ночь приближается, она в тайге. Она, давай молиться опять, да воскреснет Бог, читает. Все молитвы, говорит, перечитала. И вдруг вижу тропинка. Я пошла, пошла и вышла на дорогу проезжую. И пешком пришлось ей в эту деревню идти. Там 25 или 30 км даже. И пешком дошла. И там в деревне встретил ее. Она говорит, так куда ж ты ушла-то? Говорит, я когда ехала, тебя не видела дорогой. И она вот этот случай рассказала. Понятно. И приехала из деревни, мне тоже этот плохое случай дело, рассказала. Быть неверующим. Плохо. Если вспоминать темного. Так, пошли. Евреям, нашли? Евреям 2.5. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Толкование. Показывая еще превосходство Сына пред ангелами, говорит, что не им покорил Бог вселенную, то есть этот мир, но Сыну, называет ее будущей, потому что Сын Божий был всегда, а она должна была явиться, поэтому, потому что прежде, очевидно, не существовало. Посему в отношении к вечному существованию Сына Вселенная и была грядущей. То есть, а Вселенная, которую сказали выше, когда вводит первородного во Вселенную, посему да не ищет твой ум заблуждающийся другой Вселенной. Некоторые под будущей Вселенной разумели будущий мир. Об этом мире говорит у нас вся речь. Тогда ангелы предстанут как слуги, а Сын воссядет как судья.
вопросы. Не ангелы. Интересно. Вот сегодня считали Златоуста. Вот если ты решил расстаться с какой-то страстью, то страсть страстью не выгоняется. Mm-hmm. На что-то отвлечься. А изгоняется только страхом Божьим, а иное Бог не принимает. Мудрость Божия в том, что он дает человеку страх. Даже самый герой, и какое-то горе он раздрогнул. Ну, как у Лермонтова называется, повесть о каком человеке? Настоящем человеке. Ну, вот это пишет там, переживания свои. Такой смелый, и вдруг вот ставнем хлопнет, он так весь дрогнет. В человеке это заложено, страх. А страх смерти, что сделаешь ты? Почему дают им на фронте было там наркомовские полтораста грамм спирту? И это даже у мусульман, но у них другой какой-то состав, чтобы затуманить. Вот. Сакуру или как, чего они дают пить-то японцам, когда перед самолет садятся уже безвозвратно. Они все выпивают, показывают. Mm-hmm. Что в этом состоянии, чтобы подавить страх человеческий. Он тогда ярому море по колено. Надо все время быть трезвым и все время молиться. И на себя не надеяться. Ну, сегодня считал Сергей, как на себя человек надеется. Ну, никто больше Ева-то не хвалился, а Бог его за это не укоряет. А с какой целью-то? А с той целью, что я невинно и неправильно. Я когда начинаю что-то говорить, а я в ответ говорю, ну, маленько ты гляди. Я даже не свои слова привожу кого-то, там, доктора богословских наук, что посмотрите, Лапкин, чем занимается-то. Ах, вы хвалитесь. А человек не понимает, что хвалиться. Я показываю, что обвинение ложное, там ничего нету. Тут наоборот, совершенно напротив. Сегодня тревожная обстановка и в церкви, и в государстве. Что-то такое есть. А то ли с выборами связано ресурсов. Ты доверься Богу, совершенно спокойно. Помолился, как рассказываешь, лег и все. Ничего тебе не будет. Вот, казалось бы, невыполнимый призыв. Всегда пребывайте, бодрствуйте, всегда пребывайте в молитве. Ну, так оно действительно вроде недостижимое, но мы должны стремиться к этому. Постоянно бодрствовать и постоянно пребывать в молитве. Вот брат Константин, не знаю, молился он или нет в этот момент. Ну, наверное, молился, потому что Господь его сохранил, и подушки его защитили, да, конечно, и другие очень, ситуации, все там было более-менее. Да. Особенно в пути, когда, особенно когда за рулем. Тут молитва непременно должна присутствовать. А ведь часто, вот как я вспоминаю, ехали мы с товарищем, и анекдоты. Он мне, а я ему там. Ну, это еще было когда, время-то, до того, как я уверовал окончательно в Господа Иисуса Христа, Спасителя. Только чудо спасло, Господь, наверное, хранил меня, ангел-хранитель мой. Нас развернуло вот так вот, на 180 градусов, на встречную полосу вынесло, хорошо, никого не было. Колесо вот в смятку. Совершенно. Опыт а ты сам весь. Попадал в аварию в машине? Вот Господь сохранил. Нет. Не опрокинуло, ничего. Нет. А, вот это, а мы здесь, я нанял КамАЗ, купил сетку Радису и всяких инструментов там. 50 топоров, молотков, пил столько же. Загрузил полный самосвал. У него протектор это самый, уже такие. И прошел самое опасное, когда застыло, а потом дождик чуть-чуть. И вот как масло. И мы тут где под стекла заезжаешь, и там к нему и вот так вот дорогу-то прямую. Постоянно вот проезжаем вот. Это место. Мы только развернулись на это место-то. Его потянуло в сторону. Никакой молитвы у меня уже, я хорошо все помню, молитвы никакой нету. У меня только мысль, нет, это не должно быть, нет, так не делается. Я кого убеждаю, сижу, а мысль именно такая, да, треск. Машина пошла в кювет, высокую яму там где-то, и погасло, в глазах все, ничего нету. Первое шумство шофер, а меня нету. А сиденье-то из-под него вывернулось, меня накрыло, я там под сиденьем-то. А я когда почувствовал, так рука вывернута, я подумал, что ее оторвало мне. Попробовал, нет, болит моя рука. Совершенно еще не помню. И мы тогда в дверку, так вверху-то вылезли в стекло. А договорились так, мы подъезжаем по Теряевке, а выезжайте поездом. Мы видим, как поезд идет, как наши едут. Ну, невидимый поезд. Ну, и теперь, ладно, знакомые были, пошел, там такой крас нашли, две машины поднимать. Теперь, который вот это так берет, как сенокопнитель, сетка-то рассыпалась, а теперь не сложишь. Там сколько пропало. Ну, доехали.
Вот и все. Я попадал два раза. Отсюда едем со священником старообрядческим, Николой Думновым. Маму приезжал причащать. Вот как ты говоришь, нас бросила в кювет и еще и повернула. Но никого не было нигде. А едешь, вот мы так, давай считать, вот Павловск и от Павловска до Ребрихи. 18, что ли, обелиск стоит. Ровное место, ни горы, ничего. Погиб, как заснул. Тогда уклон, нет, совершенно ровная, как столешница дорога. Ни гор, ничего нет. Монотонно. Не знаю. А то говорят, он, может быть, покаялся. Да какой там покаялся? У меня была только одна мысль. Сзади ехали, спали на заднем сиденье двое ребятишек, маленьких, еще дошкольного возраста. У меня была только одна мысль. Дети сейчас погибнут. Не о себе даже, не о нем, а о детях была мысль. Все. Никакой не молитвы там, какой-то молитвы. Один миг и все. Вот как я молился до этого. Ехали, шофер включает, такая песня, какой-то матершинник там поет. Я говорю, зачем это? Он маленько убавил, а выключить не выключил. Ну, я сейчас скажу-то, когда не я хозяин-то. И молитвы вот в этот момент не было. До этого как будто бы я что-то молился, что ли. Как вышибло все. Да. Так что надо довериться Богу. Бодрствовать и молитвы пребывать. Ну я вот засыпал за рулем, могу сказать. Да. На трассе. Это страшно. Которая в Кемерово ведет. Самый свеженький наш. Прямая вот такая вот дорога. И укачала или что. Ну с утра не выспался. Рано утром. Ехал и все. И ничего не помню. И только такой сердито строгий голос. Такой, Игорь. Прямо вот там, в самое ухо. Я глаза вот так резко открываю. Думаю, да кто так разговаривает рядом со мной? Смотрю, я уже в кювет уже еду. Успел. Ангел-хранитель твой. Ангел, конечно. И главное, ну, это, и газ уже, это нога ослабла. И не надавила на газ, а наоборот, сбрасывала уже. И все, я уже готов. Расслабился. А в Америке интересно, как вот движение туда идет, и движение оттуда идет. А между ними, ну какое, вот такое расстояние. Так и у нас тоже есть. А? Это, да у нас вот от Барнаула отъезжайте, так же разделено. Да, так же, да. Ну, а на разделение да, что? Да, разделено. А внутри что? Да разделено-то все это, ладно. Так они там вмонтировали в дорогу специальные фонари. А фонари прикрыты как будто бы этим каком-то. И когда человек сворачивает туда, заснул-то, она как по стиральной доске. Тру-ту-ту-ту-ту-ту. Со мной этот архиерей, говорит, я, говорит, два раза вот эти его спасся. За рулем заснул. А старый человек за руль уже 70 лет, не надо садиться. Как это называется? Вилкерсон или кто погиб недавно этот? Известный проповедник какой-то у еретиков был. Вилкерсон. Он прямо так заснул. Да ты, вот я сижу на компьютере, вот так набираю, даже ничего не отвлекаюсь. И как усну, пальцы здесь, я уснул и как брякнулся. Мне говорят, а что у тебя с носом тут, а клавиатуру? Ну еще два раза заснул. Так я сейчас сижу и прям непрерывно читаю молитву. Ну, встаешь рано. Конечно. И организм-то не тянет. И как я брякнулся носом-то, ничего, прямо в клавиатуру. Ну еще два раза клюнул. Тоже на своей машине. Я знаю, лекарство узнал, хорошее от сна. Самое хорошее. Понятно? Крепкий сон. Съехать в сторону и часа полтора-два поспать. Вот говорит, человек разжигается похотью. Самое действенное дешевое лекарство – женись. Лучше, говорит, жениться, нежели разжигаться. Притом дешевое, приятное. Вот это вот священник, я говорю, Головин-то, он возьми своим прихожанам рассказывает, а все это зафиксировали. И он говорит, молиться надо всегда. Я вот, видите, перед вами, там у меня сколько детей, сколько внуков, я жениться не хотел. Он такой простой батюшка. И дальше говорит, ну молиться-то всегда надо. Ну женили меня, мне понравилось, говорит. Ну я лег, говорит, когда спать-то, говорит, с женой-то. И дальше-то самое приятное достигло, я как закричал, родители в соседней комнате напугал-то. Я говорю, аллилуйя, слава тебе, Господи. Самый наивысший предел радости он. Так его за это тоже. Он простой, все рассказывает. Как провести первую брачную ночь. Закричал, прославить Бога. Закричала не она, а он закричал. Я первый раз слышу такое. Ну и там молодежь собрали, студенты, все. А как он Бога человек? Он по-простому объяснил, ну как все люди, так и все у него было. Ну и говорят там, так он так же ел и пил, да. Ну раз ел, пил, ходил на двор, да. А дети,
маленькие были. Так что он и какал ходил? Он говорит, да, и какал. Его как схватили сейчас, да ты что говоришь? Это наш спаситель. Так а монахи-то как Богородица-то родила-то? Ну никак. Ну там-то нельзя, чтобы оттуда вышел. Так избоку рощился, избоку. Ребра расширились, плоть разошлась, родился Христос и опять сошлось. Типа кесарем. Монахи. Нет, не типа. Совсем не типа. Так а сегодня проповедь была про монаха, же сказано было. Монахам что? Златоуст говорит, они там живут без завод, у них все нормально. Только себя учат. А вот мирянину нужно знать очень много. Совершенно верный ответ. Да. Что еще? Аминь. Поэтому... Больше всего жена не нравится, вышвырнул вторую, как мусульман. И как спросили одного тут, они 60 лет живут вместе. Ну как вы могли так? Он говорит, а мы еще в то время жили, когда, говорит, старые вещи чинили, они выбрасывали. Мне этот мусульманин Махмуд-то и сказал, у тебя детей нету? И такой пальцем. Вот что, уважаемый, ты приедешь, обязательно возьми себе жену. И молодую. Я говорю, так а мы же христиане, у меня жена же есть. Подожди, нет, ты меня не понял неправильно. Старая пускай будет. Ну, не старая, конечно, я понимаю. Водиться тебя. Будет, водиться. Да, да, пускай она будет. Водиться а молодую, говорит, возьми все равно. И у тебя еще много детей будет. О, какой крепкий. Разговаривают как дети вообще. А эту сфотографировали, сидит молодая, вышла замуж и говорит, у меня что-то не ладится тут. А чем занимаешься? Сейчас, говорит, в интернете ищу вторую жену мужу. В интернете знакомится сама и мужу. Ни о какой ревности вообще нету разговора. Вот молодцы-то какие, а. Ну пошли шутка. Дальше. А то мусульманство потянете все сейчас. Ребята, заагитируйте. Борода уже есть. Пирушка. Заагитируете вы нас в это мусульманство. Вы так его хвалите, так его. Да, так хвалите. Что мусульман, да? Евреям 2 глава, 6-8 стих. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Некто означает кто-то, негде, то есть где-то. Кто-то где-то, некто, негде. Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ты знаешь, где это считается? Это во время бракосочетания священник считает, чтобы жену Бог покорил, а люди не знают таинственный смысл. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. О ком речь? Унизил его перед ангелами. Толкование. Не называет имени сказанного, так как говорит с людьми, сведущими в Писании. Все это сказано о человечестве вообще. Преимущественно же, однако, может относиться ко Христу по плоти. Ибо Он, брат, мешаешь. Ибо Он, Сын Божий, посетил ничтожное человеческое естество и, восприняв его и соединив с собой, соделался превыше всех, так как они подвергались преследованиям и страдали, то что бы ни сказали, как ты говоришь, что все покорено, когда мы подвергаемся изгнанию и преследованию со стороны его врагов? Значит, они еще не покорены, и ты обольщаешь нас, поэтому говорит, не смущайся и не малодушествуй. Все будет покорено ему. И в Писании сказано, покорил то, что несомненно произойдет, хотя еще и не произошло, названо как совершившееся. Итак, не скорби, что ты претерпеваешь бедствие, еще не всех победила проповедь, еще не настало время совершенного покорения, однако, несомненно, они покорятся.
Mm-hmm. Сказано, он покорил, а нигде ничего не покорил. Тоже начинаем противоречия искать. Не знаю своих пований. Как это сказано, что в будущем обязательно покорить все это? Понял, нет? Угу. Повторишь, что же помнишь? Куда же? Евреям 2.9. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Толкование. У тебя не зря возник вопрос, как же он унижен был пред ангелами? Тут сейчас, когда читал, да. Ты его озвучишь. Ты сам понимаешь, как он был унижен? Там толкование сказано дальше, как именно, следующее. Не знаю, давай. Это толкование, конечно. Старается показать, что сказанное относится ко Христу и говорит. Хотя, ну да, у меня вопрос-то возникал, то есть я читаю, я понимаю, что о Христе речь идет, а говорится... Что он унижен пред ангелами. А с маленькой буквы все пишется, а потом толкователь говорит, что говорится о человечестве, ну и Христос же тоже был Бога-человек. Вот, и вот толкование такое-то. Стараемся показать, что сказанное относится ко Христу и говорит. Хотя выражение «все покорил», казалось бы, только относится к Нему, ко Христу. То есть все покорил под ноги его, да. Казалось бы, только к нему. Однако мы показали, что и это, несомненно, исполнится. Но быть мало чем умаленным сравнительно с ангелами, более относится к нему, ко Христу, чем к нам. Ибо он, Христов, пробыв 3 дня в аде как человек, немного умолен пред ангелами, так как они совершенно не причастны смерти. А мы надолго подвержены тлению. Не немного, но совсем много умолены в сравнении с ними, с ангелами. И быть увенчанным славою и честью за страдания относится более к нему, ко Христу, чем к нам. Сказав за претерпение смерти, апостол обозначил истинную смерть, не воображение смерти, то было действительно страдание. Скажи-ка, смерти, вот как раз к месту сказать. Я боюсь смерти одной только, что живьем закопают в гроб. Поэтому очень прошу. Какие способы есть, чтобы узнать? Мне говорили, что если зеркало подставить, подержать, то пар все равно какой-то останется, затуманится. Ну, может быть, и не затуманится. Ты как-нибудь меня проверь. Пощекоти пятки. Ладно, пощекочу. А вы мне как легнете, как это... Игнатий Игнатьевич, труп очень хорошо же, видать. Вы мертвых не видели, что ли? Нет, Игорь, нет. Нет. Сколько раз было уже, сколько пишут в мировой практике. Народу много, все мертвые хоронят, а он живой. И уже в кладбище, уже начали засыпать землей-то, а он проснулся. И врачи были, и все не определили. Притом прямо показывают, у мусульман это было, и у христиан. Может, Виктор Андреевича послушаем? Ну, Гоголя, когда перезахоронили, почему Гоголя? У меня бабушка 3 суток лежала на лавке, подняла руку, вот так, крестное знамение совершать. 3 суток лежала, мертвая совершенно. Через 3 суток пришла в себя и рассказывала, где ее душа была. Вот так. У вас, на вашу лавку. Моя бабушка, родная сестра моей бабушки. Двоюродная бабушка. Двоюродная бабушка. Монахиня. Их было 2 монахини. Я рассказывал, сколько раз уже. Ты смотри, трубку-то оставьте, или как, чтобы я в случае еще закричал-то. Телефон мобильный положить. Телефон. Да. А еще это. Телефон мобильный. Лучше всего. А через землю не пройдет. Не пройдет? Пройдет. Через землю? Пройдет. Там сколько метров? Пройдет. 2 метра же. Там низинка такая, там не будет брать. Да, конечно. Нет. Низинка, да еще 2 метра нет. Нет. А шнур провести кому-нибудь? Да. Полевой телефон? Трубку положить и прийти послушать.
Вот хотя бы раз здесь. Каленым железом подтыкать. Один мужик собрал вокруг себя людей и говорит, я могу вылезти из гроба. Сделали гроб, прям показывают, снимают. Закопали его, его нету. Он сказал, через полчаса я вылезу. И вылез. Но они сделали не так, как он сказал. Где-то там что-то с досками. Вот он выломать должен был. Часть туда опустить, и тогда начать оттуда. И вылез оттуда. И говорит, я чуть не задохнулся. Ничего люди себе. Идут на всякие эксперименты. Большого удава нашли. Специальный костюм приготовленный. У него с собой-то. Намазали жиром, чтобы его он заглотнул. Он его заглотнул. И он внутри у него, у питона-то у этого был мужик. Но он теленка заглатывает. Косулю. И главное, все у него было сделано так, что и воздух был, и все. Ну, не для слабонервных. Показан, он интервью дает после этого. Так тогда лучше всего в гроб положить, а землей не засыпать. Не землей, а просто как пух. Пухом. Ну, допустим, утеплитель какой-то. Да будет земля. И все. И прям крышку поднимите вместе с утеплителем. Готово дело. И сильно не прибивать большими гвоздями. Нет, вообще не прибивать. Зачем прибивать на него? Вот крышку прям так положите, все. Ну, так не получится, все равно засыпать. Засыпать. А зачем засыпать-то? Ну, как принято. Принято так. Да, ну не надо принято. Засыпем, когда уже явно, что будет смердеть. Поднял утеплитель, и тогда сыпь уже, все. Ну да. Все время думаю об этом. Гоголя, когда перезахоранивали, он лежал, перевернут, слышал? Да. Перевернутый вниз лицом. Почему? А он же до этого был в обмороках и прочее. Ну, есть такие, да, ну как бы эти легенды есть. Ну, ничем не отличается. Легенда. Ну вот, я читал про одного военного. Он где-то отсутствовал. Кажется, в партизанском отряде они были-то. А тот командир, ну его хватило, осколком убило. Ну не, все, он. А он в это время, где с задания вернулся, а где Игорь? Игоря нету. А где он? Да похоронили. Да как же так, ты меня не дождались. А кто тебя знал, когда вернешься-то? Раскопайте. Раскопали его, он туда отняли доски, там что есть у него. Он взял вот так, да ты что ж, ты меня не дождался, тот глаза открыл. Он его вытащил из могилы, в буквальном смысле. Не хоронили так, отрядом целым-то. Люди видели, он раненый, истек кровью, и все, умер. Так что я не случайно говорю. У меня мама все время боялась вот этого. И все время тоже предупреждала, точно так же, как вы сейчас говорите. Что же говорит-то? Мама у нее так же боялась и предупреждала, чтобы не захоронили живую. А, ну, вот мне мысль такая приходит. Ну, мама-то что, нормально у нее? Мертвую захоронили? Конечно. Я боялась. Так вы, я батюшка отпел. Ну, я вот сколько раз хоронил, уже идет запах от человека. Все, я не знаю. Это уже все. Так что, ну, летом когда, не зимой. Сереж, вот когда стала я ходить на занятия к Игнатию Тихоновичу, он тоже говорил вот какие-то такие вещи. И когда у меня мать-то умерла, и я там забегала, и потом это, я говорю, Андрей стоит, Женя стоит, я говорю, Жень, мама-то умерла. Он говорит, ой, ну ты, мама, иди проверь, да я пошел, а ты проверь ее. Я вспомнила, думаю, надо взять это самое в зеркало и проверила его, ее. Нет. Потом еще раз отошла, еще раз проверила. Потом только врачей вызвала. И они сказали, я говорю, а как, что она, может, тоже не умерла? А они говорят, иди-ка сюда, иди. Перевернули вот так вот. И говорят, вы видите, на обратной стороне у нее жжет вот это вот, синие вот эти. Синих много. Да. Трупные пятна. Это говорит о том, что она уже все, умерла. Видите, умерла. Но она мне еще 3 дня лежала дома. Я ждала, пока приедут ко мне родственники. Да, значит, это сильно похоже на мертвого, очень сильно. И а кто знает, которых похоронили, и которого никто на кладбище не приходил, сколько там оказалось, это тоже никто не знает. Ну это да, лет. Это вполне. Вы же не будете ждать врача. Вы же похороните, и все, вас похоронят там. Ну, когда вскрывали, органы отрезали, все, сердце вытащили, тут вот уже умер. Но я наказал, чтобы меня не резали. И мать мою никто не резал. Она никуда не возила никуда. Просто полицейский приехал, и врач этот приехал. Который... Если будут признаки насильственной смерти, ваше заявление ничего не будет иметь значения. Никакого значения. А? При признаках насильственной смерти ваше заявление не имеет силы. Какой насильственный? А вот возьмите Киево-Печерской лавре, Марк Пещерник, он копал могилу, там под землей еще могилы копают. Там и затих. И вот умер один.
А он копал могилу и не успел. Братья пришли, что ты копаешься тут? Брат-то уже умер. Он подошел и сниму, как живому, и говорит: брат, ты не умирай. А он умер. И подожди, я пока. Он, кажется, два дня еще копал могилу, и тот лежал, глазами хлопал. Подошел, говорит: брат, все, пора. Могила готова. Он закрыл глаза и помер. Ну, а Спиридона Тримифунского-то, у него дочка-то была. Ну, видно, любила там украшаться, там какие-то духи у кого-то брала. Ну и как только умерла она, хоронить, соседская девчонка прибежала. А она у меня брала там такое-то, такое-то, она была платок, брала и не отдала. Сергей. Говорит, она вроде еще нет. Он тогда дочери говорит: Сергей. Ирина, она мертвая лежит. Ирина, ты у нее брала. Она села в гробу-то и говорит: брала. А так я вон там положила, там сидя под клеенкой лежит. Тебе подошли, взяли. Ну, легла и померла опять. С мертвыми разговаривали. Это жития святых. Жития святых. А где там было, кого обвиняли-то? Забыл, какого святого. Обвиняли в убийстве юноши какого-то. Да. В этот, там еще жрец участвовал. Сам убил его. И он тогда подошел и говорит ему: ты скажи, кто убил-то? Нет. Тот встал, показал пальцем на этого и умер тоже. Нет, я тот забыл, ли убил или нет, он говорит: нет. А кто? Он говорит: это не надо знать. А-а-а. Наоборот, он не показывает никогда, вот что. А-а-а. Ну а что, этого оправдать надо. А-а-а. И он говорит: нет. Не убил, вот что. Нет. А-а-а. А кто? Он не сказал. Не потому что ни один раз никогда не говорили. Вот когда бывает анафема там предают, а зачем? Надо молиться за человека, пост объявить. И Господь как-то тронет. А ну, предали анафеме, дальше закрыли шибер-то к нему, уже никто не пробьется. Вот не случайно Софья Андреевна, Льва Толстого-то, и сестра его там, Мария-то, а сильно были они против, что его предали анафеме. А студенты-то его пели, неверующие, за святыми упокой, создали процесс такой. Да, открыли. Ой, не 15. 13. Что интересно, Лев Толстой серьезно думал, природа не могла бы сделать исключение, чтобы один человек не умирал, а Лев Толстой. Все. Так мысль-то такая же. Неплохая мысль, да. Трепещется. Всегда трепещется. У меня давно трепещется. И мог и я, если с 9 лет. Вот это сейчас умерло-то, мы сразу узнаем, кто тут был. Не конец еще? Сказав за претерпение смерти, апостол обозначил истинную смерть, не воображение смерти. То было действительно страдание. Мухаммад не знал. Страдание Христа говорит. Напомнил о кресте и смерти, чтобы убедить их мужественно переносить несчастье, взирая на учителя с большой буквы. Но крест, говорит, сделался для него славой и честью, посему и для вас должны быть славой и честью ваши несчастья и страдания. Итак, зачем вам избегать того, что венчает вас? Он пострадал за тебя, раба. Ты ли не перенесешь страданий за него, Господа? Не по долгу, а по благодати Бог отдал нам Сына Своего на смерть. И не за верующих только, а за весь мир. Хотя и не все спаслись, но Он исполнил свой долг. Прекрасно сказал «вкусить». Ибо действительно, как бы вкусивши, так как малое время оставался в смерти, он тотчас воскрес. И в этом отношении он, следовательно, лучше ангелов, потому что явился выше смерти, подобно тому, как врач, видя больного, опасающегося принять приготовленные для него лекарства, прежде сам отведывает их, чтобы убедить больного решиться на приятие их, так и Господь, видя нас, боящихся смерти, сам вкусил ее, хотя и не имел в том нужды,
он не подлежал смерти, но все сделал по благодати, чтобы показать ее ничтожество и убедить нас смело идти на смерть. Несториане, искажая Писание, говорят, кроме Бога он вкусил ее за всех, чтобы отстоять мысль, что с распятым Христом не было божественности, так как она не была соединена с ним лично, а по состоянию. Один православный, осмеивая бессмыслицу их, сказал, «Пусть Писание имеет такой смысл, как говорите вы, и в таком случае сказанное говорит за нас. Ибо кроме Бога Господь умер за всех и за самых ангелов, чтобы разрушить вражду их против нас и снискать им радость». Не совсем я тут уловил. В чем это бессмыслица их была этих? Несториане. Несториане. Чем они искажали Писание? Они говорили, кроме Бога он вкусил ее за всех, чтобы отстоять мысль, что с распятым Христом не было божественности. То есть умер за всех, но кроме... А за Бога, что за него угорать? Мы теперь разбираемся, что... Может, то, что Златоуст говорил, что это, божество беспристрастно. А. Это может быть. Ну, может быть. То, что на кресте Троица, говорит, это не умирало. Это, человечество. Копья-то они ломали. Богу на кресте умирал как человек. Бога не было, невозможно распять. И они, наверное, да, что он... Ну, спроси. Он, еще раз почитаем, чтобы отстоять мысль, то есть они мысль, это вот она неправильно, что с распятым Христом не было божественности. Это, ну и мы так верим, что Игнат Тихонович нам говорит, что с распятым Христом Бог на кресте не умирал. Он Златоуста приводит слово, не себе он. Если скажи описание, не то говорили, где это сказано. Ну, значит, он Богородица не называл, а говорил Христородица. Иначе, поясните вот это, толкование. Протолкуйте толкование. Ну, дальше вот комментарии. Не протолкуйте, а прокомментируйте. Да, сейчас дальше и комментарии будут. Что конкретно, непонятно. Прочитай еще. Учение Нестория понятно. Оно во многом, вернее, православного было. Для меня, я это понимаю так. Бога родить нельзя, Бог вечен. Бог создал Богородицу, не она его родила. И поэтому он говорит, вы сами там думаете, Богородица, какая она Богородица? Бог безначальный, там у нее определенное число. Поэтому правильно назвать ее Христородица. Здесь о Богородице речи нет пока. Ну да, но о ком речь? О Христе. О Христе. О рождении. Христе. О смерти за всех. Ну прочитай еще раз. Я все раз всегда старался, мне это понятно стало больше тогда, когда я стал... Со стороны того, кто говорит, смотреть, как он говорит. Я увидел, что Несторий здесь правее многих православных. Но я православный, для меня она Богородица. Привык я так называть, и все. Но по уму не проходит. Это выше, это только верой берется. Меня и Кристориана заводили. Прав Несторий. Так ты прочитай еще раз приложение. Еще раз. Несториане. Несториане, искажая Писание, говорят, кроме Бога Он, Христос, вкусил ее за всех, чтобы отстоять мысль, что с распятым Христом не было божественности, так как она не была соединена с Ним лично, а по состоянию. Один православный, осмеивая бессмыслицу их, сказал, «Пусть Писание имеет такой смысл, как говорите вы, и в таком случае сказанное говорит за нас. Ибо кроме Бога Господь умер за всех и самых ангелов, чтобы разрушить вражду их против нас и снискать им радость».
Слишком мудрено тут так, толкование такое. Ну, просто, что один из этих, что кроме Бога не может за всех умереть никто. Потому что ну, один может за другого умереть, один на один. Вот они, ариане, они говорят, ну как может за всех Бог умереть? Только один за одного, что, ну, один равно одному, а как один? Тут главное, это с распятым Христом не было божественности. Ну как же не было, да? Он был одновременно и Богом, и человеком. Не было божественности. Но Бога убить невозможно. В том плане, что в этот момент он ушел, висел на кресте мертвая плоть. Для чего ты оставил меня? Он ушел в преисподние места, одновременно был на небе. Конечно. Но он оставался всегда Богом. Как это не было в нем божественности? В этом, как раз смысл в том, что Бога плоть была мертвая, все. Вечное невозможно убить. Конечно. То есть убить можно только плоть. И оно было временно. И в этом. Сколько надо ему, столько плоти и висело. Все. И в этом-то его. А потом он воскрес. И в этом-то он выше ангелов, что ангелы они вообще не умирали никогда. А этот умер и воскрес, поэтому он ангелов и превосходит Христос. Он смертью победил, а им и не побеждать ничего не надо было. Они, у них заслуги-то никакой у ангелов. А вы говорите, что ангелами все сотворено. Ладно, это все пусть. Ну это ладно, это одному человеку было сказано, верующему. Понятно, и голова наша запутала. Так, комментарий. Котелки наши не переваривают, сука твердая пишешь. Так, попробуем разжевать еще раз. Комментарий. Когда ныне рассказывают о своем обращении православные, то невозможно найти начало их пути во Христе. И как красочно описывает свое обращение, встречу со Христом апостол Павел, как непередаваемое, захватывающее воспоминание тех, кто лично сам пережил встречу со Христом. Как изменилась его жизнь, как внезапно такой человек отвращается навсегда от греха и пороков, которых он утопал. Если бы православные знали священное писание в толковании святых отцов, то сколько было бы рассказов, воспоминаний о встрече истинно православных с сектантами и еретиками. И в каждом таком рассказе встречалась бы эта фраза. Один православный, осмеивая бессмыслицу их, сказал. Пусть Писание имеет такой смысл, как говорите вы. В таком случае сказанное говорит за нас. А сегодня, как бледно, немощно, смешно выглядят православные и их доводы о правоте их веры, когда они беседуют с внешними, с безбожниками и еретиками. Люди не церковные осмеивают бессмыслицу православных доводов. И как говорит Афанасий Александрийский, именно из-за них вера православная в поругании. И главная вина за это поругание, смеяние православной веры падет на священников, которые сами не исследуют Писание и пасту свою научили только целовать крышку Евангелия, искать внешнего и соблюдать обряды. Сегодня невозможно вести занятия. Сергей. Вы их нет. Что так много, отходите стоят у нас. Какие место писания какое-нибудь важное для меня? Нет, мы сейчас только обзоры, тут не ставится. Сами вас слышите. Покажи, что за с ним. Да, потом будут писать в комментариях. Тщеславный, видишь, я скажу происхождение вот этого какое. Пятый том. Сейчас ручка. Игнатьевич. Сергей предупреждает, сейчас будут писать, какой тщеславный автографы раздает. Ну что сделаешь? Они рисуют неправильно. Я дал ты ребятишкам, гляжу, эти смотрят. Вот какое дело-то. Вот. В каждом томе
приначале всегда кто писал. Да. Праздно. А в пятом я получил, открываю вот так вот. А я дал вот эту вот. А они не сделали. Вот она где должна быть. Во. Ага. Пятый том. Вот она где должна быть. Тогда я заявил протест, и они сразу сделали, нарезали мне ровно 1000 штук. Ага. Вот она где должна быть. Ну, у меня разошлось уже без... Вот она назначение. Видишь, она по... А это презентация книг была в университете. Да, да. Я стоял вот так вот и... А я себе дневничаю. Так, ну что, давайте помолимся. Да. Посмотри, сколько у тебя есть. А мне только... Куда пошел-то? Ты сейчас я не заводим. Провода, Игнатий Васильевич, провода. Запнётесь. Достойное зеркало истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без истления Бога слава родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Игнатий Тихонович, где моя гвардия? Сюда Прося, сюда Нестор. Маленькая моя, она выше меня ростом. Да нет, не выше. Господи Боже наш, слава Тебе! Как Ты великий всемогущий Создатель, позволил нам собраться и выслушать вечное Слово Твое, через которое Ты даруешь нам жизнь, знать волю Твою, хвала Тебе. Соделай так, Господи, как мы просим Тебя, и с этой несчастной душой Нины, обрати ее к Себе, наведи страх на нее, чтобы она знала, что ждет тех, кто обладаем этой темной силой. И о чем мы сегодня говорили, болящего Константина, Сергея, помилуй и научи нас во всем доверяться Тебе, ожидая исполнения Твоей воли, которая нам часто неизвестна. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милосердный Создатель, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Боже всемогущий, услыши нашу молитву, соедини ее с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, и сердца врагов умягчи. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слышит раб Твой. Аминь. Аминь. И Романа помилуй, Господи, вразуми, наставь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Слава Иисусу. Так, Вася, Сергей, мама. Так, кто еще?